февраль. Достать чернил и плакать, как писал известный классик Борис Пастернак. А можно не лить зря слезы и взять проверить свои чтецкие и исследовательские способности. Особенно соликамским школьникам, студентам, преподавателям и деятелям культуры. В этом году событие посвящено творчеству сразу двух поэтов Серебряного века. Борису Пастернаку и Анне Ахматовой, которой исполняется 135 лет со дня рождения. Работы принимаются до 15 апреля. Все подробности о конкурсе есть в группе ВКонтакте.